Памятник раненой Розе Егоровне, снайпер. Выдающий снайпер был. Вот. Здесь она жила, недалеко от этой деревни. Смотрите, список погибших всех в Великой Отечественной войне. Деревня Едьма. А что это? Это памятник. Это кого памятник? Ну, читай. Это она снайпером была, она очень много плохих убила. Сколько? Много очень, не помню. Деревня Полоскова. Там одни Полосковы жили. А сколько она врагов убила? Очень много. Надо... А это Козлов Петр Иванович. Это разведчик. Это здесь герои, которые здесь жили. Только Полосковых. Разведчик. Это разведчики. Они из этой разведчик. Из этой деревни. А он может уже пойдет. А Роза не настоящий? Это искусственные. Цветы искусственные. Это тоже цветок. Может уже пойдем. Да. Это живой. А Роза была настоящая. Вот эта вот Шанина Роза Егоровна. Ну, дедушка, эти? Папа, мы пойдем. Сейчас, подожди. Сколько в деревне дубино погибло время Великой Отечественной войны. И сейчас там живет, там где-то 20, 40 дворов осталось. Угу. 40 дворов осталось. Вот в этом поселке жила в Едьме Шанина Роза Егоровна. Шанин Александр Алексеевич и Козлов Петр Иванович. Разведчики, наш снайпер, кавалеры двух орденов славы.